أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Уважаемые братья, у нас очень сложная ситуация, сложная в политическом направлении, сложная социально-экономическом во всех отношениях у нас, особенности нашей республики и нашем городе, очень такая сложная ситуация. В том плане, что наши молодые ребята покидают нас, они уходят воевать в Сирию, в разные страны. И, конечно же, оттуда вернуться, это еще большой фитна, большой бала, уже обученные в военном отношении имеется в виду, здесь еще далее и далее будут продолжать это фитна делать. Очень сложная ситуация. И даже вчера у нас в городе происходила вот операция в школе, это, в первой школе это происходило. Даже от то есть приступа сердца, даже женщина там умерла, даже не получив ранения. Вот такие случаи у нас происходят. И поэтому, конечно же, вот хочется разъяснить эту тему. Хоть сколько мы раз это разъясняли, сколько раз мы говорили, если, может быть, из этих камер увидят, из каких-то телепередач увидят вот эту тему, хоть один человек станет на истинный путь. Пророк, алейхиссалату вассалам, когда отправлял Муаза ибн Джабала, разиаллаху та'ала анху, Йемен, он сказал: если же посредством тебя Всевышний Аллах направит одного хоть человека на истинный путь, это тебе будет лучшим, чем весь этот мир и все, что находится в этом мире. И поэтому направлять на истинный путь хоть одного человека, оно выше, чем вот это все. Вся вот эта земля и все, что находится в ней, все богатства, все недры. И то, что касается джихада, то, что касается этих лозунгов, которые используются в данные времена, конечно же, исключить джихад, вообще исключить джихад, это невозможно, потому что это пункт, который находится в исламе, это любой разумный человек, любой богослов не будет отрицать из корней джихад. Джихад, он существует, но у него есть свои формы, есть у него свои условия, которые мы строго должны соблюдать, которые Всевышний Аллах нам предписал, которые пророк, алейхиссалату вассалам, в своих хадисах нам разъясняет. То, что касается самого джихада, мы приступим к ней, как оно начиналось, каким образом пророк, алейхиссалату вассалам, терпел всякие насилия, всякие унижения со стороны мушриков, и каким образом было дано разрешение делать джихад нашему пророку, алейхиссалату вассалам, мы в первую очередь это разъясним, потом далее и далее приступим к другим темам. Ауду биллахи минаш шайтан раджим, бисмиллахир рахманир рахим. Узина лиллязина йукталуна би аннахум зулиму. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. Всевышний Аллах говорит: воистину дано разрешение тем людям, над которыми делалось зулм, то есть дано разрешение на военные действия. Воистину Всевышний Аллах, Он всемогущ, есть у Него мощь, чтобы помочь своим, то есть тем, которые уверовали в Всевышнего Аллаха. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. Те, которые были изгнаны из своих домов, то есть мы знаем, как были, то есть подвижники, رضي الله تعالى عنهم, изгнаны из домов, то есть из Мекки им пришлось переселиться в Медину без хака. То есть им ничего, то есть мушрики нам ничего не делалось, у них не изымалось имущество, над ними не издевались, ничего не делалось, кроме как говорит: «Воистину Раббун Аллах»,
то есть Господь наш Аллах. Вот это слово мусульмане говорили. Из-за этого они были изгнаны из своих домов. Валаула дафу Аллахи ан-наса ба'дахум би ба'дин лахуддимат саваму ва би'ан ва салаватун ва масаджид ва масаджиду юзкару фиха исмуллахи касира. Если бы Всевышний Аллах вот дает в этих случаях разрешение, то есть делать военные действия, если бы одной группой людей не отвергались другие группы людей, те, которые зулму делали над другими, то есть тогда, говорит, были разрушены, то есть дома, где поклоняются Всевышнему Аллаху, то есть монашеские дома, также дома, где совершают молитвы христиане, также дома, где совершают то есть свои молитвы иудеи и, конечно же, мечети, в которых упоминается имя Всевышнего Аллаха. Если одной группой людей не отвергались бы других людей, вот тогда вот это все произошло бы. Если бы у нас в государстве не существовал бы какой-то определенный закон, то есть который наказывает каких-то определенных преступников, все было бы разрушено. Поэтому, то есть Всевышний Аллах дает разрешение вот делать какие-то военные действия. Валаян суран Аллаху ман янсурух, инна Аллаха лакавиюн азиз. Воистину Аллах помогает тем, которые помогают его религии. Воистину Всевышний Аллах всемогущий, он сильный, он великий, говорит Всевышний Аллах. Аллязина ин макканахум фил ауди акаму салата ва атау заката. Ва амару бил маруфи ва нахау анил мункари. Ва лиллахи акибатул умур. Те люди, которые, если им дадут возможность, на этой земле, которые бы в нем совершали молитвы, которые выплачивали бы закат, которые велели бы хорошее делать, и которые бы отвергали от запретного. То есть вот этим людям Аллаху Та'ала, то есть разрешил вот это делать, вот эти военные действия. Валиллахи акибатуль умур. Конец всех обстоятельств, всех положений вернется к Всевышнему Аллаху. За все придется каждому человеку отвечать. Это все идет к Всевышнему Аллаху. Вот эти первые аяты, в котором дано было разрешение делать джихад, делать военные действия против кафиров. И здесь разъясняется, какая была причина. Причина была зулму. Лишь из-за того, что вот мумины говорили, что наш Господь Аллах. Другого не было. Над мушриками не издевались. У них не изымали имущество, их не изгоняли из домов. Против них ничего не делалось. Кроме как вот призывали к Всевышнему Аллаху. Больше ничего не делалось. И перед этими аятами никаких разрешений на военных действий не было со стороны Всевышнего Аллаха, пророку, алейхиссалату вассалам. Где-то более 70 аятов есть, которые запрещали именно, то есть делать какие-то военные действия. И вот отсюда нам выясняется о том, что религия, ислам, она пришла, она распространилась аргументами и доводами. Не силой меча. Сила меча — это было после того, как над ним издевались, после того, как над ними делали зулму. И меч из ножны не вытаскивалось, кроме как то есть защищать самого себя, кроме как защищать то общество, то государство, в котором находились эти люди, то есть подвижники и пророк, алейхиссалату вассалам. И это нам разъясняет история нашей религии, история ислама. Вот изучайте историю, то есть там видно все, вот каким образом дано было разрешение, то есть джихад, имеется в виду, против неверных людей. И поэтому, дорогие мусульмане, в этой истории, то есть нашей религии, есть вещи, которые, то есть наше сердце чувствует сострадание, наше сердце, то есть нормальное сердце вот чувствует
сострадание имеется в виду, скорбит по этим людям, которые, над которыми издевались эти мушрики. Очень много вот таких причин было, зулму было над этими людьми. И то есть выход из этого положения, выход на военные действия со стороны сподвижников и пророка, алейхиссалату вассалам, никогда не было ради каких-то мирских своих целей. Это было лишь, то есть, из-за того, что они, то есть, настигли хакикат имана. Они чувствовали хакикат имана. Вот это хакикат их имана, их веры, вот это заставило их выйти на военные действия. И это было для них очень легким, эти военные действия. Почему? Потому что они знали, они чувствовали довольство Всевышнего Аллаха именно вот этих своих военных действиях. Из-за этого для них это было очень легким. И они превратились после того, как они были слабыми, у которых не было ни оружия, у которых не было ни имущества, у которых не было ни численности, то есть последователи, эти слабые люди превратились, кого? Правители они превратились. Они захватили, можно сказать, полмира. Почему? Потому что, то есть, они следовали этому иману. Они вот это все делали не ради каких-то мирских целей своих, ради, то есть, довольства Всевышнего Аллаха. И вот это, конечно же, помогло им. И Всевышний Аллах, из-за того, что они поступили вот таким образом, тот договор, который делал Всевышний Аллах им, что им даст и рай, и то, что им даст он помощь, и имущество, вот это, конечно, исполнил Всевышний Аллах. Он в священном Коране говорит: «Ауду биллахи минаш шайтану раджим, бисмиллахир рахманир рахим, ваад Аллаху аллазина аману минкум ва амилу ссалихати, ла ясахлифаннахум фил ауди кама стахлафа аллазина мин каблихим, ва ла юмакинанна лахум динахум». الذي ارتزى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا. То есть Аллах Тааля сделал договор тем людям, которые уверовали, из вас говорится, и которые делали хорошие деяния. То есть сделал договор каким образом, что он заменит, то есть их на земле. Раньше были угнетатели, люди насилия, то есть они имели власть в руках, то есть что он их заменит. Мы видим, как мусульмане перешли, мусульманам перешла вот эта власть, мусульманам перешла вот это, перешло это имущество, все, как и раньше заменял Всевышний Аллах. То есть во времена предыдущих пророков, как Иса, алейхиссалам, как Муса и другие, как Нух, Ибраим, во все времена вот эти перемены происходили. И что Аллаху Тааля вас укрепит, то есть вашу религию, ту религию, которой Аллах будет доволен им. И Аллах заменит, то есть вот эту опасность, вот эту боязненность, заменит безопасностью. И, конечно же, мы по истории, то есть нашей религии, знаем о том, что как Аллаху Тааля заменил вот это все. Вот эта помощь пришла, помощь Всевышнего Аллаха. Почему? Потому что пророк и сподвижники, ради Аллаху Тааля анхум, то есть они полностью отдались самого себя. У них не было никаких целей, мирских целей, чтобы достичь чего-то мирского. У них, то есть это было следование той истине, тому иману, которая существовала, которая находилась в их сердцах. Вот таким образом они отдались самих себя. Сегодня что происходит? Сегодня все наоборот. Все наоборот. Вот нашей вот республики особенности, то есть нашей республики, по всей стране, вот это, то, что происходит, это быстро растущее движение, очень быстро растущее движение. И не только у нас, и во всех, то есть, можно сказать, и в арабском мире, как в Северной Африке, там Тунис,
Ливия, тому подобное, то есть Египет. И это мы видим, как, то есть политический ислам в разных каких-то формах. Это лишь политический ислам, не тот ислам, о котором мы говорили вот из этой книги, вот из жизни пророка, алейхиссалату вассалам, и сподвижнику, а политический ислам, который в разных формах, то есть используется для каких-то определенных своих целей. Какие же эти формы? От крайних, то есть до умеренных. Есть некоторые умеренные формы, есть некоторые крайние формы. И, конечно же, вот этот потенциал, вот потенциал именно вот этой идеи политического ислама и существует у нас в России, существует в Дагестане. И вот в этих случаях очень эффективно используются, эксплуатируются вот недостатки именно государственного устройства. Именно государственного устройства. Вот сегодня наше общество находится в упадническом положении, очень таком низком нравственно воспитанном, очень низком экономически отсталом вот таком положении находится наше общество. И как раз вот эти, вот эта идея, она их как раз таки и использует. Вот что происходит у нас сегодня. И эти люди, которые занимаются именно вот этим политическим исламом, они как раз таки предлагают альтернативу тому положению, которое существует у нас вот в России и в Дагестане. Вот это происходит. Там нет никакого ислама. Там не видно, там запаха не чувствуется того ислама, который существовал во время пророка, алейхиссалату вассалам, и во время сподвижником, рази Аллаху Та'ала. В любом обществе вот есть люди, склонные как бы противопоставлять себя всем остальным. Вот всегда они находятся. То есть одна группа людей, чтобы самих себя противопоставлять от этой другой группы. И это они как раз таки находят именно вот этих исламских сетях. Я подчеркиваю, политически исламских, можно сказать, вот этих сетях они как раз так и находят. И как раз таки вот массовость вот этого движения, вот этого политического ислама, движения политического ислама, как раз таки приобретают при определенной концентрации вот именно социально-экономических проблем этого государства. И это мы видим у нас, это мы видим и в Сирии, это мы видим и в Египте, и в других странах. Почему разрушился Египет? Хотя какой-то экономический подъем существовал, то есть в этом государстве, но политический режим тогда обветшал, то есть он был очень слабым, политический режим. И, конечно же, то, что касается России, сегодняшней России, когда полным образом государство погрузилось в коррупцию, погрузилось в взятничество, то есть погрузилось в насилие и несправедливости, как раз таки вот это движение, вот это политический, то есть ислам, он, конечно же, приобретает очень большие успехи. Очень большие успехи. И находятся люди, находятся молодые ребята, которые, то есть используя вот это положение, которые не являются никакими-то банжами, которые не являются из класса, то есть низкого класса, у которых нет имущества, они как раз таки довольно-таки из состоятельных этих семей. То есть они идеологически мотивированные люди. Они, то есть их вербуют. Получается,
они готовы пожертвовать самих себя, то есть ради того, чтобы восстановить вот эту справедливость. Вот такое положение, вот это все происходит сегодня. Ну, конечно же, это неправильно. Вот таким образом давать самих себя пожертвованию. Это происходит, почему? Потому что, то есть, нет никаких знаний. И поэтому мы вот сегодня чуть-чуть разъясним вот эти формы, вот эти условия вот джихада, действительного джихада. Какие же они должны быть у нас? В первую очередь, Всевышний Аллах вот в аятах разъясняет, и пророк, алейхиссалату вассалам, в своих хадисах разъясняет, и оттуда, извлекая из этого всего какие-то знания, какие-то улумы, наши крупнейшие алими, ученые, как имамы мазхабов, как другие, то есть великие ученые, они четким таким образом нам разъясняют о том, что существует, то есть джихад является обязательным для каждого мусульманина только в четырех случаях. Какие же эти случаи? Первый случай — это Всевышний Аллах говорит: «Ауду биллахи минашайтану раджим, бисмиллахи ррахману ррахим, я айюха ллазина аману, иза лакитуму ллазина кафару захфан, фала туваллухум». То есть, о те, которые уверовали, когда, говорит, вы встретитесь с неверными на поле битвы, то не поворачивайтесь к ним спиной. То есть, в первую очередь, если на поле боя мы встречаемся с врагом, вот тогда нельзя уходить. Вот тогда нельзя оставлять это поле. Почему? Потому что это считается, то есть бегство с поля боя считается одним из таких смертных, можно сказать, больших грехов. Но все-таки Всевышний Аллах облегчает своим рабам и позволяет мусульманам покидать поле боя в том случае, если численность вражеского войска, то есть превышает два раза, более двух раз, если превышает, вот тогда разрешает покидать вот этот поле боя. И Всевышний Аллах говорит: «Ауду биллахи минашайтану раджим, бисмиллахи ррахману ррахим, аль-ана хаффафа Аллаху анкум, ва алима анна фикум дафа, фа ин якум минкум миатун сабиратун яглибу миатайн». То есть Всевышний Аллах говорит, теперь Аллах говорит, облегчает вам, ибо ему это известно, о том, что вы слаби. Аллах говорит, знает об этом. Если среди вас будет 100 терпеливых, то они одолеют 200. Если же их среди вас будет 1000, то с дозволения Аллаха они одолеют 2000. Воистину, Аллах с терпеливыми. Тут видите, вот здесь в аятах четким образом разъясняется о том, что если же будет сила превышать два раза, вот тогда разрешает. Если превышает двух раз, тогда Аллаху Тааля разрешает покинуть поле боя. Вот сегодня делайте сравнение. Маленький такой 3-миллионный Дагестан, и еще добавок Чечню возьмем, там Ингушетию, там 5-6 миллионов людей против такой огромной страны. И если взять потенциал, то есть нашего оружия, то, что у нас в руках, у каждого, наверное, что-то спрятано где-то дома, это сравнительно кухонный нож против ракеты. Вот такое получается. И воевать с этой страной, и объявлять джихад. Это безумие. Не то, что джихад, это безумие, тупость человека. Как можно считать этого человека нормальным человеком? Вот сегодня вот на эти шаги идут наши ребята. Конечно же, это никак их унижение. Я унижать никого не собираюсь, но это явно чисто тупость человека. Это невежество, это незнание нашей религии. И тем более, вот эти выходцы, например, вот эти ребята, из каких семей, которые жизни не молились,
Из таких семей, из нормальных семей ни одного человека не видно. Оттуда они уходят. У которых матеря и сестры полуголые по нашему городу ходят. В первую очередь дома надо джихад делать. Второе это, если потребует правитель мусульман. То есть второе условие. Первое условие мы рассказали, второе условие, если же правитель мусульман прикажет, вот тогда все мы обязаны. А где правитель мусульман? Есть у нас он? Он существует или нет? Нету его. Чтобы войну делать, государство должно быть. И, конечно же, если велит вот этот шариатский, то есть имам, вот тогда, конечно, мы обязаны выходить. У нас его нет. У нас совершенно другое государство. Третью очередь это, если на исламское государство нападут враги. То, что касается Ирака, это был джихад. Безусловно, все алимы, то есть, когда был совет алимов во время нападения Соединенных Штатов на Ирак, вот тогда все единогласно все сказали, что это является джихад. Почему тогда не пошли воевать туда? Потому что тогда воевали против кафиру. У нас принято воевать только против мусульман. У нас вот так принято. Мусульман убивают еще. Когда кафирами воюют, у нас такого нет. Тогда не ходили на Ирак. Четвертое условие, если необходимость участия конкретного лица. Есть, например, какой-то специалист, который там занимается ракетами, каким-то новым оружием, чем-то другим, нужен специалист. То есть для войск, тогда этот человек, если есть у него эта специальность, он обязан туда идти. Вот эти четыре условия существуют для того, чтобы, то есть, делать джихад. Джихад, у джихада есть другие еще формы. В первую очередь воевать со своим нафсом, потом воевать с шайтаном, потом далее, если будет время, мы, иншаллах, это все разъясним. Первый это человек, чтобы усердствовал изучение правильного пути, то есть истинной религии, без которого нет ни успеха, ни счастья, ни для самого себя, ни для того общества, в котором он находится. Второй, чтобы человек усердствовал в совершении дел после получения этих знаний. В первую очередь знания у нас должны быть. После того, как получить знания, то есть использовать вот эти знания. Третий, чтобы человек усердствовал в призыве религии и обучении вот других. Вот третье положение. Четвертое, чтобы человек усердствовал терпение относительно тех препятствий, которые появятся на пути призыва к Всевышнему Аллаху. Это все мы должны терпеть. Мы же видели, как пророк, алейхиссалату вассалам, в своей истории это все терпел. Вот это то, что касается самого себя, самого нафса. Второе, джихад против шайтана, против сатаны. Первый, защита от неуверенности. Чтобы васвасов не было, ты должен быть крепко убежден в том, что ты делаешь. Вот когда шайтан тебя забрасывает на разные стороны, у нас очень много мыслей приходят в сердце, как делать. Например, если что-то такое соответствует шариату, мы хотим делать, обязательно он приводит, нам подкидывает такие вещи, что разрешающие оставляют именно вот эту вещь. Например, выход на утреннюю молитву. Особенности люди, у которых есть знания, к ним подкидывает шайтан такие мысли. Мне же через час надо идти на уроки, преподавать там в исламском университете. Наверное, я лучше чуть-чуть отдохну дома, намаз делаю, потом мне туда надо идти. Вот эта мысль, вроде бы что-то хорошее, да, вот шайтан нас сбивает с пути. Вот такие мысли. То есть уверенность должна быть, без сомнений, чтобы... Второе – это защита от порочных желаний и наших страстей. Вот то, что шайтан вот нам подкидывает. Вот это. Третье, что у нас идет? Джихад против неверных и лицемеров. Они тоже бывают четырех уровней. В первую очередь сердцем,
языком, имуществом и телом. Это то, что касается джихад против неверных, в первую очередь рукою, если не получается языком, если не получается не быть равнодушным к этому. Вот степени вот джихада. Мы должны вот это все понимать. Мы, конечно, не говорим, что мы должны просто вот, как мы в данное время находимся, сложа руки, ничего не делать, в таком положении находиться. Нет, мы должны работать, мы должны себя просвещать, мы должны учиться. Если идет коррупция, обратиться к этому чиновнику нормальным, таким человеческим образом, разъяснить ему, что вот это имущество, которое ты взятки берешь, что придется тебе судный день очень трудно отвечать за эти поступки. Ты оставляй это все. Ты находись на этой же работе. С сегодняшнего дня оставляй эту свою грязную эту работу и начинай дальше работать. Чисто работать для общества, для государства. Жалуйся над бедными, жалуйся над нуждающимися. Вот таким образом нужно делать обращение. Не пойти там какие-то митинги делать, оттуда его снимать и тому подобное. Те действия, которые приводят к какому-то фитна, это, конечно, мы должны делать, сложа руки, мы не должны сидеть. Но вот таким образом сегодня трудные времена. В каждых случаях что-то происходит. Вот если мы неправильно какие-то действия делаем, то есть фитна приводит. Проливается безвинная кровь. Безвинная кровь проливается. Этого нельзя никаким образом допускать. Мы, конечно же, не согласны вот с зулмом Асада. Ни один нормальный мусульманин над его зулмом никогда не бывает согласен. Но вот что сегодня происходит, тоже мелочь, что зулму было мелочь по сравнению с сегодняшним положением. И наши ребята идут туда, чтобы помочь этому зулму такими обманутым видом, обманутым образом, который диктока делает там Америка или какие-то западные страны. Россия поставляет Асаду, наверное. Америка поставляет повстанцам. Два государства, у которых великие державы мира, они поставляют. И посредством вот этого всего мусульмане друг друга убивают. Вот видите, вот какое положение, смешное положение. Два кафира заставляют двух мусульман друг друга убивать. И наши ребята, имея голову на себе, вот, имея вот эти возможности, которые у нас есть сегодня, вот этот призыв, все же можно сегодня делать. Как в России, нигде, ни в каком мире, ни в арабском мире, то есть нету свободы для религии. Это мы сами видели. Это мы сами видели. Нету такой свободы, как в России. И поэтому опомнитесь, дорогие братья, среди нас, конечно же, наверное, нету таких, у которых есть такие убеждения. Ну, может быть, камеру кто-то увидит. Вот может быть, кто хоть один человек станет на правильный путь. Пусть Аллах даст нам тауфик, то есть этот все истинным образом понимать. Если у человека будет душа, если у человека будет действительная вера, он всегда должен понимать. Прежде чем какую-то оценку давать какой-то ситуации, он должен изучать эту ситуацию. Если кто-то замечание делает, если нормальный человек будет, с душой человек, он принимает это замечание. Исследует, начинает, он, то есть анализ делает эту ситуацию, он прав или же не прав. И идет потом на правильный путь. Пусть даст Аллах тауфик. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.